Мистер Фишер, вы сейчас солгали мне о том, что случилось с вашей матерью? Нет. Помогите мне понять, что произошло. Рассказывайте. Я ее нашел, пытался спасти. Мама, мама! Это вранье. Тот коп хотел его посадить. То есть Эрик мать не убивал. А кто тогда? Дьявол. Я пошел повидать мисс Фишер. Работу просили, денег? Нет. Поздороваться зашел. Спасибо за печенье. У меня к вам еще один вопрос. Ты веришь, что я невиновен? В 83-м кое-что упустили. В доме был кто-то еще. Проверьте каждую деталь. Они поверят осужденному, но не мне. Ненавижу лгунов. Секреты съедают нас изнутри. Допрос. В Амедиатеке и на телеканале Амедиа Премиум.